будете на свой страх и риск. Особенно у берега, где волны разбиваются. Этим юным хипстерам, похоже, очень весело на их мощном катере. Им нужно лишь встретить эти противные волны под правильным углом. Думаю, это был неправильный угол. По крайней мере, капитан свалил с корабля. Или свалился. Как насчет покататься завтра, девчата? На сегодня достаточно злоключений из жестокого мира физики. Наука может изрядно испортить вам день, так что, пожалуйста, не повторяйте ничего из увиденного. А если все же соберетесь, позаботьтесь о хорошей медицинской страховке. Хотя нет, просто не повторяйте. Желающие без вас всегда найдутся. Поверьте. Программа озвучена студией ArcTV. Текст читал Денис Некрасов. Right there.